Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Спорт в городе Н» мы вас познакомим опять с американским футболом и покажем, как правильно кидать мяч. И в конце покажем пару игровых моментов. Поехали! Для того, чтобы правильно кинуть в американском футболе мяч, нужно знать пару понятий. Во-первых, нужно всегда держать с краю мяча. Ваш безымянный палец и мизинец должен лежать на шнуровке. Это позволит вам плавно закрутить мяч в конце броска. Чтобы правильно произвести бросок, вам нужно взять мяч и сделать полноценный бросок. Рука уходит за голову, и за головы она делает по полной амплитуде мах. И после этого, когда мяч почти выскальзывает из ваших рук, вы кистью автоматически закручиваете за шнуровку мяч, и тем самым он позволяет мяч лететь по правильной траектории к принимающему. Сейчас мы покажем вам пару игровых моментов, и в этом нам поможет наш капитан защиты Леонид Прибуда. На этом наша тема про американский футбол еще не закончена. В нашей следующей рубрике мы вас ознакомим с такими понятиями, как раннинг бэк, это задний бегущий, и покажем, как правильно бегать с мячом и обыгрывать защитника. До встречи!